В этом видео рассмотрим проект Swappy Network, который представляет собой стартап, ориентированный на кредит. Идея – это децентрализованная платформа с технологией блокчейн для того, чтобы дать пользователям возможность получать лучшие выгоды от кредитов по всему миру, иметь универсальный доступ к кредитам. Swappy Network создает платформу, где пользователи будут выбирать лучшие рынки для запроса кредита, будут иметь доступ к лучшим процентным ставкам. Swappy, как мы видим, будет очень просто и интуитивно понятный. Это всегда хорошо для любого проекта. В использовании нужно регистрироваться на платформе и создать свой финансовый идентификатор, на который вы сможете купить токены проекта, чтобы в будущем использовать их для различных сервисов. Здесь мы видим детали ICO, где проект, в каких соцсетях он находится сейчас. Twitter, LinkedIn, Telegram, Medium, Facebook и так далее. Вот как это работает, белая бумага, он все прочитает проект, команду, вопрос-ответы и так далее. Детали ICO, вот их партнеры, кто им доверяет, инвесторы. Вот описание Swappy, сейчас для будущего, доступа кредита. Это децентрализованная платформа, да, доступа кредита, все это мы уже, я рассказал. Вот преимущество Swappy Network, это прибыль, снижение стоимости капитала развивающихся стран, финансовая действительность, безопасность и, в общем-то, легкая доступность. Вот детали ICO, стоимость монеты, количество монет, куда они будут направлены, какие отрасли. Вот открытый исходный код – это отдельная тема, это очень хорошо, потому что открытый исходный код всегда символизирует доверие и открытость компании к своим пользователям. Так что им можно точно доверять, это абсолютно 100% правда. Вот особенности проекта. Не могу все прочитать. Видео про проект. Много видео, их история развития. Как мы видим, вот сейчас началась разработка с 1 июля 2017 года, сейчас уже вторая половина 2018 года. Они сейчас развиваются и масштабируются. Вот кто им доверяет, кто о них рассказывает, их спонсоры, так скажем. Вот можно с ними связаться, если что, если какие-то вопросы есть. И вот все остальные статьи. Также у проекта есть своя баунти-программа, благодаря которой можно получить токены проекта, масштабируя и распространяя его в соцсетях, таких как Facebook, Twitter, Reddit, Telegram и так далее. Всем спасибо за просмотр и удачи!